Новости. Отчет об инновационной деятельности в крае накануне заслушали парламентарии. Подробно о работе в этом направлении рассказал министр экономического развития Валерий Сизов. Так, на территории края работает ряд некоммерческих организаций, созданных в помощь инновационным компаниям, для которых в регионе созданы все условия, в том числе и законодательная база. С 2010 года 880 миллионов рублей было направлено на поддержку инновационных предприятий и создание инновационной инфраструктуры. Субсидии получили 73 компании. Годы Ставропольский край существенно укрепил позиции в ключевых рейтингах, оценивающих уровень развития инноваций. Так, в частности, инновационное развитие Ставропольского края по рейтингу инновационных регионов России для целей мониторинга и управления соответствует уровню средней инноваторы, находится на 32-й строчке. В 2014-2015 годах это было 35-е место, в 2013 году это 39-е место. Среди субъектов ЮФО и СКФО мы уступаем по этим показателям только Ростовской области. Также депутаты обсудили вопросы, связанные с продажей алкоголя и энергетических напитков на территории края. На сегодняшний день в регионе 745 лицензиантов осуществляют свою деятельность в более чем 3500 торговых точках. В 2017 году проведена 531 выездная проверка. В судебном подряде аннулировано 2 лицензии. Возбуждено более 1000 административных дел. Сумма наложенных штрафов составила около 2 миллионов рублей. Кроме того, сотрудники полиции оформили более 800 правонарушений. Из них 77 за продажу алкоголя без лицензии. В 73 точках спиртные напитки могли купить несовершеннолетние. Депутаты заслушали и приняли к сведению эту информацию. Анастасия Петренко, Александр Горпенченко, АТВ Ставрополь.